Всем здорово, пацаны, с вами я, как вы видите, немножко уже обжился, сижу возле крутейшего дома с крутым бассейном в виде гитары. Сегодня я хотел вам бы рассказать, какую уже купить тачечку до 1 миллиона. На сервере смотрим, да, поехали. Swag, bitch. Критерии данного топа — это первое, это цена с автосалоном не должна превышать или же превышать, но неформально, так не так уж много. Второе — это отношение цена-качество. Пятое место у нас занимает Toyota Altezza. Стоит она 930 тысяч с автосалона, 285 километров в час едет. Нормальный вариантик до 1 миллиона. Есть тюнинг, но не очень такой уж красивый автомобиль, по моему мнению. Ваше мнение, конечно, может отличаться от моего. Четвертое место у нас занимает легендарный автомобиль с сериала Boomer E38 BMW. Стоит она 800 тысяч с автосалона, 600 тысяч плюс-минус БУ, ей 290 км в час. Это, конечно же, бензинчиком все можно поправить. Очень красивый автомобиль. Третье место у нас занимает Mercedes W124. Стоит он 850 тысяч с автосалона, ей 290 км в час. Такой вот старенький Мерс. Второе место у нас занимает Nissan R34. Конечно, мы немножко вышли из бюджета, так как он стоит 1 миллион 100 тысяч с автосалона, но на БУ его можно взять за 900-700 тысяч, где-то так. Так что, можно сказать, мы влезаемся. Едет он 300 км в час, считайте, есть красивый на него тюнинг, можно затюнить его, и будет вообще конфет. Ну, первое место называется Subaru RX STI, который у меня есть на сервере, если вы знаете. Стоит он с автосалона 780 тысяч, 600 тысяч БУ, едет он 300 км в час. Также на него присутствует тюнинг, и он очень красивый автомобиль. Для автомобиля до 1 миллиона я прям его советую брать. Вот такой вот, пацаны, топчик вышел. Напишите, согласны вы с автомобилями, которые в данном топе. Напишите, какие у вас тачки были или еще не было. Ну, с вами был Арн. Всем удачи, пацаны, и всем пока.